Первое, что мы живем в макроэкономическом контексте, определяющем возможность получения рублевой доходности при привлечении рублевого кредитования с ориентацией на внутренний спрос. Второе, что наши гости на сегодняшний день имеют опыт проживания и получения услуг надлежащего качества и ожидают это качество получить вне зависимости от того, где они проживают. И третье, что на сегодняшний день мы опять же проживаем ситуацию, в которой эффективность деятельности должна компенсировать те сложности достаточно слабого роста, которые ожидаются. Поэтому форматы, позволяющие снизить затраты на обслуживание номеров при проживании гостя с ограничением предоставляемого сервиса, с нашей точки зрения, могут дать более интересную доходность для инвесторов. На сегодняшний день гостиницы в таких городах, как Россия, Москва, получили уникальное преимущество, что при достаточно большом компоненте рублевых затрат они могут по-прежнему, да, ориентироваться на доход, который дает частично международный туризм, частично внутренний туризм. И эффективная эксплуатация разрыва между долларовыми доходами и рублевыми затратами может показать ту доходность, которая будет существенно превышать ключевые туристические города Европы. Для нас, как гостиничников, работающих в России, первоочередной и ключевой задачей является создание success story, что гостиницы в России, они настолько более эффективны, что это оправдывает те дополнительные риски, которые либо объективно существуют, либо мы вычитали, напридумывали себе из газет. Было принято решение на проведение ее в однодневном формате, как раз соответствует тому ускоряющемуся темпу жизни, в котором мы живем. И мы надеемся все-таки, что, несмотря на его продолжающее ускорение, она не станет 15-минутной.